Шадринск гордится своими жительницами, потому что вы самая активная, умная и красивая часть нашего города. Вот сейчас все чаще и чаще употребляются фразы, что женщина – это мягкая сила. И это действительно так, потому что во многих отраслях основную часть коллектива занимают женщины. Такими словами приветствия главы администрации города Шадринска Людмилы Новиковой начался концерт, посвященный Международному женскому дню. Женщины, которые присутствовали в зале, получили от творческих коллективов Дворца культуры необычный букет, который состоял из песен, танцев, цирковых номеров и слов поздравлений. Уже традиционное мероприятие посвятили празднику весны, любви и, конечно же, женского очарования.